Хотелось бы, знаете, что вот такое мне сказать. Я уже говорил об этом, хотелось бы сегодня, наверное, какую-то тему при этом рассказывать, при этом вебинаре рассказывать. Ну и, наверное, одной из тем могла бы быть тема, вот, допустим, муж и жена живут совместно, и они, конечно же, друг друга любят. Проходит какое-то время, и после этого она начинает обижаться, он начинает как-то так сторониться ее. И появляется такое вот ощущение, которое я обычно называю отчуждением. То есть не близки, не близки. И тут вопрос такой: кто или какая сила или что мешает вот этим отчуждениям между мужчиной и женщиной, которые происходят? Можно ли в данном случае им как-то помочь? Да, почему это отчуждение происходит? По моему мнению, я считаю, что это наработанный внутренний эгоизм. То есть человеку необходимо, человек просто эгоистичен. То есть я для меня, мне там и так далее. То есть вот эти вот слова, они заставляют человека думать, что его можно любить за что-то, что к нему плохо относятся, что он не может все время дарить любовь и так далее. И вот этот эгоизм, его можно полностью уничтожить, если тот человек, который обижается, или тот человек, который испытывает гнев, этот человек начинает быть ближе к тому человеку, с которым он живет. Не стесняйтесь быть ближе. Не стесняйтесь гладить тех людей, которые вас обожают, обижают. Не стесняйтесь, рука-то у вас не отвалится, слушайте. Становитесь ближе. Дело в том, что и мужчина, и женщина, они могут быть ближе, и все, что их сдерживает, это только их эгоистические вот эти состояния. На самом деле, с кем бы и как бы вы ни жили, найти в себе силы быть более теплым, быть более милосердным, быть более хорошим найти можно. Поэтому вот мой совет такой для всех людей, кто с кем-то живет: друзья мои, будьте более милосердными и будьте более близкими к тем людям, которые называются для вас близкие. Всех денег не заработаете, а вот погладить, за ножку подержать, там, за ручку подержать, поговорить перед сном о чем-нибудь без слов, а я, а ты. При чем тут а я, а ты? Есть сейчас этот человек, он рядом с вами, он же с вами, но раз он с вами, то он и вы заслуживаете этого. Поэтому побольше тепла.